Бүгінде Қазақстанда білім берудің жаңа жүйесі еңсесін тіктеп келеді. Ондағы мақсат – елім дейтін ұл мен қыз тәрбиелеп, жоғары деңгейде сыни ойлай білетін рухани бай өз ісінің мамандарын дайындау. Ал ол үшін жастарға өзін барша елге паш етіп, армандарын жүзеге асыруға мүмкіндікке беріліп отыр. Елімізде ең алғаш рет көптің ішінен кіл мықтылар сынға түсетін жастар жобаларының «Менің арманым» атты ұлттық байқауы бастау алды. Интеллектуалдық шоуға қатысу үшін республиканың түпкір-түпкірінен жіберілген өтінімдер www.меніңарманым.kz сайтында қабылданды. Солардың ішінен іріктеліп алынған 64 қатысушы өзара бақ сынап 5 миллион теңгені қанжығасына байлаймыз деген мақсатпен Астанаға келді. Ал елордаға үміт арқалап жеткен жастардың жобаларына әділ қазылар алқасы баға береді. Оның құрамына кіргендер: Айгүл Мүкей, тележүргізуші, журналист, Шабыт Қазақ өнер университеті, режиссура және теледидар кафедрасының доценті. Ерсін Көккозов, Алатау инновациялық технологиялар паркі, арнайы экономикалық аймақ инновациялық компаниялар қауымдастығының вице-президенті. Арын Өрсәриев, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жауапты хатшысы. Нұржан Темірғалиев, кәсіпкер, инвестиция бойынша маман, болашақ бағдарламасының түлегі. Бауыржан Ерешев, экономика ғылымдарының докторы, Ұлттық ғылым академиясының академигі, Принц 2 және Level A бойынша Қазақстанның сертификатталған жобалық менеджері. Мечты нету, иду просто в ногу со временем, смотрю в будущее, но и хотелось бы не отставать от него. Диас Сагитов, 23 года, город Павлодар. Студент Павлодарского государственного университета имени Султан Махмута Турайгырова. А вы знали, что в Казахстане на 1 января 2017 года зарегистрировано 13 238 детей, страдающих детским церебральным параличом? В Павлодарской области 2555 детей и подростков. Как сложится их взрослая жизнь? Смогут ли они ждать поддержки от государства в образовании, интеграции спортивных, так и в творческих направлениях? Смогут ли они чувствовать себя полноправными членами нашего государства? Суть данного проекта – это привлечение партнеров, квалифицированных специалистов с использованием инновационных и инклюзивных форм работ с такой молодежью. Почему данный проект? Потому что данный проект поможет создать условия для людей с особыми нуждами, чтобы у них не было ни страха, ни одиночества, ни скованности, чтобы они себя проявили во всей красе, чтобы они поставили перед собой цель, чтобы они ее достигали. Так как, работая с ними, я вижу на своем примере, что они этого хотят, что они хотят чего-то добиться, что они хотят участвовать в активной жизни города, области, так и республики. Через социальные сети этим проектом мы хотим, чтобы не только наша область, не только наш город, но и вся республика, смотря на нас, действовала таким же образом, чтобы они привлекали всех людей с ограниченными возможностями. Мы разные, но мы равные. Благодарю за внимание. Весь мир старается сделать так, чтобы эти люди были равноправными членами общества. Что, скажем, там в Америке, в Европе или в Азии. Вот вы что-то на вооружение берете новое? Вот вы говорите, вот по технике безопасности никто не подпустит. Ну, как снять данную проблему? Как вы решаете? Или что-то используете? Вот получается, эту проблему мы решаем через привлечение квалифицированных специалистов и партнеров. Но они ж улучшат что-то там, условия какие-то, да, или что это? Чтобы они нам помогли улучшить. Мы просто этого не видим сейчас в презентации. Поконкретнее покажите, что вы можете, что вы хотите, предложения какие-то, одно, два, три каких-то мероприятия. Получается, на их базе с помощью моей организации действует, не сказал бы как проект, я им помогаю в этом, мы обучаем
людей с ограниченными возможностями определенным профессиям с дальнейшим трудоустройством. Например, на их базе есть социальное кафе. Ну, не в каждом. Ну, я не знаю, я на своем примере не знаю ни одного города в Казахстане, где есть такие социальные кафе, где могут люди с повышенными потребностями прийти, посидеть со своими друзьями, поговорить, там, ну, по-молодежному тянуться или еще что-то вроде такого. Вот. Мы в этом им помогаем. Они сами же эти люди с повышенными потребностями, они и повара, и официанты, и музыканты. Вот. А, все ясно, Диас. То есть получается, что вы уже работаете, и это очень такой... Мы хотим более как бы расширить это. Да, вы хотите расширить возможности. Да, мы хотим обучать их тоже другими. На свете много профессий. Мы хотим, чтобы в дальнейшем они смогли в полноправное общество влиться также на работу. Ну, я понимаю, да. Вы вообще приветствуете принципы инклюзии во всем, да? Да, вот в частности, в образовании. Образование, спорт, творческое направление, без разницы. Ну, то есть вы всегда, и вы сами помогаете, с детства я помогаете. Учились вот какие-то инклюзивных каких-то? Нет, не секрет, я сам как бы человек с повышенной потребностью. Ну, не видно, конечно, но у меня со зрением. Да. Видя, работая с ними и видя их деятельность, как-то самому, как вам сказать, цель ставится и так далее. Вот. В принципе, хорошие помыслы, хорошие идеи. Ну, просто сам проект нужно все-таки структурировать, да? Ну, мы, наверное, позже, да, скажем какой-то свой вердикт и вынесем оценку. Десятки и сотни пингвинов, которые живут обычно в Антарктиде, вдруг оказываются в открытом море и вернуться уже не могут. Ага. Ну, здесь предполагать можно разные варианты. Кто-то... Вы предполагаете. Да, вот кто-то уплывает в поисках пищи, кто-то уплывает у пингвинов. В поисках мамы. Да, в поисках мамы. У кого-то у пингвинов, ну, смотря всякие телешоу, мультфильмы, фильмы документальные и тому подобное, кто-то крадет яйца или еще что-то, и они блуждают в этом. Ну, кто-то забирается на ледники группами, вот, чтобы от чего-то, ну, в поисках чего-то, либо спастись от кого-то, и они уплывают. А другие варианты допускаете? Как они могут оказаться в открытом? Одновременно десятки и сотни даже. Сразу? Ну вот, сразу я и говорю. Тепло это. Ну, например, в поисках пищи. Одномоментно? Да, одномоментно. Они могут... Виновник этой ситуации. Мы не спрашиваем, почему. Мы спрашиваем, кто виновник. В чем? Кто виновник? Да, помимо самих пингвинов. Ее вес составляет в среднем 5 килограммов. Максимальная скорость около полуметра в секунду. А как называется то, что приводит ее в движение, если весит это около 300 граммов? Ага, даже в голову ничего не приходит. Весит 5 килограммов? Да. Движется, если ее привести в движение, она движется... Ну, она все время в движении, со скоростью полметра в секунду. Ага. И еще 5 килограммов, это, можно сказать, 5 литров, допустим. При температуре 20 градусов. Ага, еще и температура. А нет, я просто так говорю. Условно, что литр равен килограмму при температуре 20. Это так. Ну, тут если будет такая температура, это уже будет что-то серьезное. Да. Блин, в голову кроме часов ничего не приходит, но такие часы 5 килограммов, это навряд ли. Ну хорошо, нет ответа. Да, я не отвечу, не смогу. Ну, тут кроме часов в голову вообще ничего не лезет. О сердце, о человеческом сердце и о крови, которую она, соответственно, направляет по артериям и венам. Вот такой ответ. То есть общее количество крови у человека 5 килограмм примерно. Сердце весит около 300 в среднем. Просто у меня мама как бы тоже, она врач, и у меня как бы... Вес крови, он как бы больше составляет. С ее уст было так сказано. Ну, это среднее по популяции значение. Бывают дети, у которых меньше, бывают взрослые. Ну, это да. Спасибо, Диас Муратович. Мы с вами еще увидимся.
Это нечто. Это нечто. Ты будешь снимать, да? Да. На самом деле, мне здесь очень-очень нравится, потому что очень общительные ребята оказались. Я очень волновалась, когда сюда ехала, но здесь на самом деле очень все дружелюбно и приятно. Ольга Ложкина, 17 лет. Город Павлодар. Ученица школы гимназии номер 9. Все мы с вами граждане Республики Казахстан. И нашим долгом является всеми возможными способами оберегать нашу родину и сохранять чистое небо над нашими головами. Наша молодежная команда в составе 5 человек хочет в рамках национального конкурса проектов «Менанарманым» заявить проект «Молодые миротворцы», направленный на развитие миротворчества Республики Казахстан, привлечение новых сторонников из числа молодежи, расширение данного движения до республиканского и налаживание связи с миротворцами других государств для пропаганды дела мира. Также важным аспектом является то, что на современном этапе развития казахстанского общества необходимы новые подходы воспитания патриотизма молодежи. Этим будет также заниматься наше движение. На данный момент уже были проведены 2 миротворческих лагеря, второй из которых прошел на Баянауле в 2017 году в июле. Он собрал 80 человек. Это была молодежь из Саудовской Аравии, из Таджикистана, из Кыргызстана, из большинства регионов Казахстана и России. То есть молодые люди, они проходили всевозможные тренинги, работали с психологами, учились писать проекты и защищать их. После, в конце лагеря, они написали собственные проекты командами и защитили их. Некоторые из данных проектов уже начинают реализовываться. Помимо этого, мы хотели бы открыть в каждой школе города Павлодара и охватить весь Казахстан различные секции и кружки, также названные «Молодые миротворцы», которыми будут руководить активисты нашего движения. Мы будем проводить всевозможные анкетирования на выявление миротворческих взглядов нашей молодежи, раздавать всевозможные бюллетени, методический материал по всем учебным заведениям наших школ. Потому что пацифистское воспитание молодежи – это очень важно. Молодежь – это будущее Республики Казахстан. А правильно, патриотически и миротворчески воспитанная молодежь – это гарантия стабильности и мира в нашей стране. Также планируется 3-й миротворческий лагерь в городе Астана. Он пройдет в 2018 году, летом. Он охватит 200 человек, и в том числе приедет делегация из Японии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга. Как вы считаете, насколько высоки среди списка приоритетов у нашей молодежи интересы мирового миротворческого движения, там, события, происходящие на других континентах, в других странах? Будет ли спрос на такую повестку дня среди вашей целевой аудитории? Да, я думаю, что, безусловно, спрос будет, потому что, ну, мир это, и мир во всем мире – это будет всегда актуально, я считаю. Тем более, что наша молодежь, она, например, молодежь Казахстана, она родилась в благополучное время. Они не знали ни войн, ни конфликтов. И я думаю, что очень важным будет доносить до них саму идею мира. И то, что они просто не знали этого, не значит, что они не должны болеть за это. Вот. И думаю, что, в принципе, данный проект, он охватит аудиторию. Ольга, вот кто финансировал ваш второй лагерь в Баянауле? И вот, как понял, аудитория международная там собралась. Да, серьезный форум. Хотя бы какой один проект назовите, который уже начал реализовываться? Получается, мы с моей командой, которая также была в Баянауле, 5 человек нас было. Вот, мы создали такой небольшой проект, тоже экологический. Также защитили его перед нашими жюри, которые были там. И сейчас мальчик Тимерлан Кокенов в Караганде начал его реализовывать. То есть он собрал свою команду. Им выделили в кабинет в университете, и они занимаются там, получается, у них прям много молодежи уже, 50, по-моему, человек у них аудитория. Они просто начинают его разрабатывать. Он называется ЭКОМ, и просто как бы экологическая молодежь. Они просто даже элементарно выезжают на берега рек, в леса, и просто убирают эти леса. И сейчас они как бы хотят более чего-то глобального, но начинают они с маленьких
проспект. Молодцы. А кто ваш руководитель? То есть как вы собрались вообще? И изначально вы начали в Павлодаре, да? То да, есть, да, вот это все это... Павлодаре. Я просто знаю каких-то ребят из вот фотографии, как-то уже где-то знакомилась. Ну, получается, наш руководитель – это Богненко Зинаида Дмитриевна. То есть это все началось с движения «Немада Симплатинск». А, да. И вот, да, Алжас Сулейменов как бы возглавляет все. И ветераны того движения, они передают эстафету мира молодым. То есть... как бы у нас есть альянс, мама называется, Международный антиядерный молодежный альянс. Там мы работаем. Но мы хотим глобализовать и чисто уже дать всю инициативу в руки молодежи. Потому что в альянсе нами как бы все равно над нами идет влияние взрослых. Это правильно. То есть нам помогают взрослые во всем. Мы не так самостоятельны. А мы хотим организовать что-то самостоятельное. То есть где только молодежь. Основатель вашего движения Алжас Сулейменов стал очень известным после стихотворения «Земля, поклонись человеку». Угу. Вот кто послужил прототипом этого человека, которому земля должна была поклониться? Вы знаете это стихотворение? Наизусть нет, к сожалению. Наизусть нет, к сожалению. Вы слышали про него? Да, конечно, мы в школе изучали. Помните, это был год какой? Нет, извините, не помню. 1961. Да. Что случилось? Очень большое событие. Ну, подсказок достаточно. Ну, было, достаточно да? подсказок. 12 апреля. Да. Ольга. А, Юрий Гагарин. Да. Все, точно. Да, спасибо. То есть первый космонавт. Все, да, спасибо. Города над рекой в заре. Да, все, я поняла. Я разбирала стихотворение в школе. Перелитая жилами рек. Спасибо. Хорошо. Да, спасибо. Следующий вопрос. Да, Ерсен Тукенович, вы зададите. Да. Второй. Он первый предложил плыть в Азию через Атлантический океан. До самой смерти он не знал, что земля, которую он открыл, находится не в Азии, а в совсем другой части света. Интересный кто? Вопрос. Похоже. Кто похоже. Это? Похоже. Очень, ну, он похоже очень на Гагарина, вопрос. Ну да. Очень знаменитый человек. Практически. Все его знают. Рассуждайте, Ольга. Нормально, не стесняйтесь. Ну, это... если вы говорите, что это похоже и связано, то я думаю, что это, естественно, какой знаменитый человек, которого должны знать все. Вот. Гагарин открыл космос, а он открыл... Ну, это уже... Не Колумб же, я думаю. Да. Но почему я... же не Колумб? Я не могу. Наоборот, говорит, не Колумб. Не Колумб же говорит, Колумб. Христофор Колумб. Я не знаю, я под вопрос ставлю да. ответ. Спасибо большое, Ольга Александровна. Спасибо, удачи. Слышала? Я забыла про это стихотворение, выучила, блин, такой кошмар. Ребята очень рады тому, что, и я в том числе очень рада тому, что у молодежи появляется вот такая большая возможность заявить о себе на весь Казахстан. Азиза Жумагалиева, 26 лет, город Алматы, председатель молодежного движения «Жастар фо Пис». Я представляю молодежное объединение «Молодежь за мир» с проектом «Казахстан фо Пис». Ну, как говорится, наверное, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому прошу ваше внимание на экран. Молодежное движение против экстремизма «Казахстан for Peace» – уникальный проект Казахстана и первый в Центральноазиатском регионе. Меня, конечно, очень радует, что именно молодые люди. И они действительно хотят видеть лучший мир и светлое будущее. И для них это важно, потому что это их будущее. Очень своевременное, очень нужное. Идея. Высококлассные молодые журналисты, религиоведы и теологи из всех регионов Казахстана учат своих сверстников приемам психологического самбо, чтобы не стать жертвой вербовки в радикальные группы. Чтобы победить зло, они делают добро, на своем примере показывают альтернативу. Любой повод сделать добро – это замечательная возможность победить зло. Нас поддержали Ассамблея народа Казахстана, Министерство по делам религии и гражданского общества, Посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан, партия «Нур-Отан».
Молодежь – это энергия, способная изменить мир к лучшему. С помощью региональных офисов мы можем улучшить наши результаты. И мы верим в то, что чем больше молодежи мы привлечем в наше движение, в деятельность нашего движения, тем увереннее мы сможем сказать, что молодежь Казахстана не станет жертвой деструктивных, экстремистских или террористических организаций. И, в свою очередь, уважаемые члены жюри, мы также хотели бы предложить вам стать частью нашего движения. И в качестве серьезности наших слов хотелось бы вручить вам вот такие вот кейсы. Эти кейсы сделаны из войлока с нашим логотипом. Они подтверждают то, что вы являетесь нашим членом нашего движения. Спасибо. Такие войлочные кейсы вручаются молодым людям, когда они вступают к нам в ряды. Здесь есть разработанные материалы нами, методички и так далее. Честно говоря, это очень актуальная задача в свете того, что тех событий, которые мы наблюдали в последнее время, и даже у нас в Казахстане, который считался как бы очень спокойным страной в этом плане. Конечно, это печально, вот эти все террористические проявления все в обществе, но, знаете, это большая, колоссальная ответственность, скажем так, особенно в такой тонкой сфере религиозной, какие-то вещи внедрять, проводить и обучать. То есть для этого нужно быть очень специалистом высокого класса, тонко разбирающимся в предмете. Я вот хотел бы просто вам простой вопрос задать, скажем, в чем кардинально отличается иудаизм, христианство и ислам? В чем кардинально отличается? Да. Вы же этим вопросом занимаетесь. Дело в том, что мы занимаемся не какими-то последствиями, а вот профилактическими мероприятиями посредством преподнесения альтернатив. Чтобы объяснить человеку, что есть настоящий хороший ислам, ну, условно так назовем, или христианство, ну, скажем там, как говорят, традиционные. Ну, для этого надо знать предмет. Тонкость есть. Троебожье, да? Да, да. Троицу не признает. Он не признает, что да, ну я как бы так просто, что... Нет, вы, тем не менее, Азиза, я хотел вернуться к проекту. Есть, да. А как вы видите увеличение распространения этого движения? В проекте вашем. Мы бы хотели открыть региональные офисы. Мы услышали. Каким образом? Сейчас у нас в регионах есть по одному представителю. Не во всех регионах, но в большинстве своем. Они сейчас проводят профилактические мероприятия с молодежью. И во время вот этих мероприятий есть молодые люди, которые проявляют желание и интерес заниматься благим делом, нашим же общим То делом. То есть через интернет, наверное, да? Или как? Ну, разными путем путями. Популяризации, да? Да. А вы общались, да, вот до вас была девушка Ольга? Да. И вы, наверное, будете как-то, да, сотрудничать? Я думаю, что да. Какие-то международные кураторы у вас, какие-то гранты выдаются, да, наверняка, в вашей компании? В прошлом году нас поддержала, мы проводили конкурс среди молодых религиоведов, экспертов Religion, и нас поддержало посольство Америки в Казахстане, посольство Соединенных Штатов. И вот с помощью их поддержки мы смогли провести конкурс, мы смогли провести двухдневное обучение для наших спикеров, где использовались интерактивные методы, то есть они, это было одно из первых обучений, поэтому мы посчитали правильным обучить их традиционным каким-то конфессиям. Мы это делали следующим путем, то есть в качестве экскурсии мы приезжали, мы посетили евангелическую лютеранскую церковь, мусульманскую мечеть, православную церковь и так далее. И везде нас встречали священнослужители и рассказывали о догмах своих религий, то есть вот так, из первых уст. Уважаемые члены жюри, мы бы очень хотели, чтобы вы стали частью нашего проекта и в качестве серьезности наших слов хотели бы преподнести вам вот такие вот кейсы спикеров.
Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, благодарю. Пожалуйста. Рахмет. Попробуйте продолжить арабскую мудрость. Храбреца испытывает война, мудреца гнев. Мудреца. Продолжить арабскую мудрость. Мудреца гнев. А что испытывает? А что испытывает друга? А, что испытывает друга, да. Что испытывает друга? Возможно, не друг. Пословицы повспоминайте. Что испытывает друга? Когда? Предательство близкого человека очень закаляет, как правило. Ну, а другие вот пословицы на тему дружбы друзей. Что его не хватает, когда что, куда идешь к другу, когда тебе в чем ты? Что тебе? Вот друга познается в беде. Да. А беда это что? Может беда быть? Это и испытание, возможно. Ну, а чем испытывает? Близко. Да. Потеря. Потеря близкого человека, возможно. Потеря друга. Хорошо, ответа нет. Это нужда. Две дочери, две матери и бабушка с внучкой. Сколько всех? Две дочери. Две матери. Правильно. Ответ правильный. Все, спасибо большое, Азиза. Спасибо большое. Я хочу развиться как человек и стать успешным человеком не только там материально, но и морально. Аят Кызы Нураим, 17 лет, город Актау. Ученица Назарбаев интеллектуальной школы. На шоу «Менің арманым» пришла с проектом «Арт-Кизет», главной идеей которого является создание, открытие школы «Арт-Кизет», которая будет преподавать курсы по следующим направлениям. Первое – это основные виды творчества для детей и подростков. То есть это может быть пение, вокал, рисование. И этот курс включает в себя довольно-таки новый вид искусства для Казахстана – песочную анимацию. Это вид искусства очень даже полезен для детей, поскольку развивает мелкую моторику и критическое мышление, и способствует полному расслаблению. Второе – это ландшафтный дизайн, вертикальное озеленение. Что это такое? Это обустройство сада, любой местности обычными растениями или можно даже экзотическими растениями обустроить. Третье – это имиджмейкинг и дизайн, то есть принятие заказов на пошив мужской, женской, свадебной одежды в единственном экземпляре. Актуальность моего проекта, то есть в Мангистауском районе, в Мангистауской области нету таких школ в этом роде. И школа Арт-Кизет будет единственной, ну, на тот момент. И она будет преподавать эти виды искусства. Главной целью моего проекта является обеспечение талантливой молодежи работой и развить детей Казахстана, то есть в плане с творческой стороны. Почему именно мой проект? Я считаю, мой проект очень актуален
в нескольких сферах. Первая – это социальная сфера и сфера экономики. Как я ранее говорила, процент безработицы, он уменьшится, поскольку я планирую принимать как бы в школу людей, которые имеют талант к этим видам искусства. Второе, по моим исследованиям, эти профессии, то есть ландшафтный дизайнер, имиджмейкер, дизайнер, они очень даже имеют большой спрос в Казахстане. И третий плюс – это развитие в сфере культуры, то есть в сфере эстетического воспитания. Потому что первые эти направления в искусстве, они очень помогают детям развивать их мышление, критическое мышление, их понятие. То есть они очень даже помогут развивать молодежь. И дети, которые... Будущее строится на... Все понятно, да. Нураим. Это потенциальный бизнес у вас, да? Можно так считать, да. Вы еще его не начинали? Нет, но есть в планах. А вы курсы какие-то сами не проводили? Или ну, какие-то бесплатные хотя бы основы? У нас в школе есть кружки по похожим видам искусства. И вы хотите взять преподавателей с вашей школы и организовать через ваш бизнес преподавание ландшафтного дизайна? Там, не совсем. То есть я встречала очень многих людей, ну, они закончили высшее образование в этой сфере, то есть в сфере искусства, но они имеют проблемы с поиском работы, то есть и я хочу их взять, то есть обеспечить их работой. А вы школьница, да? У вас какой-то, вы в нише учитесь, да? И у вас какой-то там есть ваш ментор, да, какой-то куратор? Да. Да? Кто вам помогает с этим проектом сейчас? Да. В Ахтау неужели нету дома школьников или как? Есть, но они основные виды преподают, то есть вокал, танцы, рисование. Ну, просто вот... Я предлагаю, то есть еще добавить ландшафтный дизайн. У нее это, да, рисование песком, ландшафтный дизайн, немножко такие креативные, да, виды искусства. Может быть, вы при Доме творчества школьников, или как он называется, в Ахтау, может быть, вы там сделали бы кружки для начала, пригласив вот этих учителей. Вы будете как организатор, соберете школьников, договоритесь со дворцом. Во дворце наверняка какие-то кружки платные, какие-то бесплатные есть, да? Вы могли бы сделать его платным, например, там 5000 тенге в месяц. Часть преподавателю вам и дворцу. Гулю же вам бизнес-план практически. Не видим сильного отличия этой деятельности вот от, по сути, по содержанию от деятельности дома школьников. То есть вопрос, что нового вы хотите? Новое направление – это ландшафт. Но это же не новое. В том же доме школьников вы можете это сделать, договориться. Да. Безусловно, если бы у вас были деньги, вы могли бы, конечно, создать свою школу, сделать частную альтернативу существующему государственному дворцу школьников, и тогда это было бы круто. И вообще, если бы у вас было много денег, вы бы, не знаю, какой-нибудь хрустальный дворец бы сделали, и там бы развивали этот бизнес. Сейчас рассматриваем проекты, рассматриваем их оригинальность, рассматриваем, я не знаю... Интеллектуальные составляющие. Проект должен быть проектом от начала до конца. Достаточно мы не говорим, уникальным. Да, уникальным, да, в какой-то мере. Его изначальный вариант символизировал чуму, чтобы военные держались подальше. Потом он стал символом морских разбойников. Что это? Морских разбойников. Морские разбойники – это пираты. У меня пираты всегда ассоциируются с черепом и двумя костями, в виде крестика. И что и где они расположены, этот череп и две кости? Ну, череп наверху, а внизу там... Ну, где это все? Где это? А на флаг... на корабль, флаге. Вы, по сути, это дело ответили на вопрос, но только вот чуть-чуть еще. Название такого флага? Пиратский флаг. Думаю, можно принять? Ну да, конечно. Веселый Роджер.
Пиратский. В древности эта игра была весьма символична. 12 линий соответствовали 12 месяцам в году. Деление доски на 4 части 4 временам года. 30 шашек – число лунных и безлунных ночей в месяце. А их движение по кругу изображало движение звезд на небе. Назовите эту игру. Нарды? Да. Молодец. Да, молодец. Нураим, да, вы ответили на наши вопросы. Спасибо. Очень интересное направление. Меня также все это живо волнует, интересует то, чем вы занимаетесь. И, конечно же, в большей степени почему-то так вот беспокоит меня вопрос инклюзии. Вам, как будущему проектному менеджеру, как человеку, который продвигает свои бизнес-идеи, нужно все-таки как-то конкретизировать. Вы ставите перед собой большие задачи именно модернизации сознания. Я думаю, что надо глубже подойти к этому вопросу, еще раз посмотреть это все внимательно. У Ольги, конечно, есть опыт, но еще больше опыт у Азизы. То есть вам... Конечно, где-то тоже ваши проекты по направленности близки. Даже так смотрю, вы, скорее всего, уже хорошо подружились. И это, ну, успехов вам. Я поставил самый высокий проект, оценки проекту «Мангостал». Может быть, с точки зрения такого общественного охвата, большой общественной пользы у вас меньше. Ну, то есть просто курсы дополнительного образования по ландшафтному дизайну, по там, что у вас там, творческим каким-то инициативам. Но вы, если создаете свой проект, он уже сам по себе живет. Вот предыдущие проекты, они всегда должны находить каких-то спонсоров. Они находить должны какие-то другие. А у вас он уже сам по себе, самоокупаемый потенциальный проект. Поэтому... Мне показалось, что вы маленький, но зато долгоиграющий проект. И мне поэтому показалось, что вы, ну, на мой взгляд, вы были самые интересные. Сегодняшние проекты были с упором на то, что называется социальный инжиниринг, то есть технологии взаимодействия с членами общества, начиная с детей, подростков, молодежи, для трансформации их сознания, мышления, образа жизни даже. И важность таких проектов трудно переоценить. Молодежь и гражданские активисты сами должны помогать школе, учителям, семьям, в целом обществу в таких делах. Поэтому желаю всем вам удачи и успехов в ваших начинаниях. Жартылай финалдың жеңімпазы Азиза Жұмағалиева. Енді ол финалда бас жүлдеге таласады. Таким образом, Азиза Жумагалиева проходит полуфинал интеллектуального шоу «Менің Арманым». Поздравляем! Поздравьте! Вам сертификат победителя этого этапа.